Не знаю, то ли это была новая электроплита, которую мне вчера привезли, то ли это был один из фильмов, который мне друг из Канады, любимый тезка Вадик, прислал. Фильм, по-моему, назывался «Верую». Очень навеяло мне много воспоминаний о моем российском прошлом с ледоходами на Волге и так далее. Одним словом, почему-то мне захотелось более активно приступить к летописи своих приключений. А для этого нужны фотографии, которые я давно уже сканировал, которые хранятся вот на этом диске вся моя практически жизнь. Я решил, что то место, где раньше был офис, мне не очень нравится. Вот поэтому я... Кроме того, я решил, что столовая как таковая с шестью стульями там, или восьмью большим столом мне нафиг не нужна. Потому что живу я один и планирую продолжать в том же духе. Вадик, для тебя специально обрати внимание, какую маечку я напялил по случаю этого видеорепортажа. Кстати, чтоб ты знал, никто не понимает, почему нужно бояться. Просто даже удивительно. Наверное, она какая-то была самая уцененная, там, может быть, по доллару, ты поэтому мне ее подарил, скажи честно. Ну ладно, одним словом, вот теперь у меня фронт работ обозначен, и, как ни странно, лишний раз убеждаешься, как мало в современном мире с современной техникой человеку надо для того, чтобы что-нибудь интересное написать. Вот посмотрим, что из этого получится. Всем всего хорошего. До свидания.